В зале Калинковичского райисполкома 11-классники, их родители, педагоги и руководители сельхозпредприятий, учебных заведений агропрофиля. Можно сказать, все вместе – участники рекламно-агитационной ярмарки. Аграрии заранее думают о кадрах, мотивируют поступать в профильные вузы и колледжи, предлагают своеобразный стопроцентный бонус, гарантирующий учебу, целевые договоры. Они позволяют поступать по собеседованию без экзаменов. Помимо этого, предприятия гарантируют выплачивать прибавку к стипендии. Некоторые хозяйства обещают до 10 базовых величин каждый месяц. Начальник отдела образования Калинковичского райисполкома Валентина Исковец рассказала, что уже 18 калинковичских выпускников официально скрепили отношения с хозяйствами и вскоре станут студентами агровузов или колледжей. Наши учреждения сельских предприятий необходимо пополнять кадрами, пополнять специалистами своего профиля. Да, не только кадры сельского хозяйства, тема, конечно, актуальна. Поднятая нашим губернатором, и, конечно же, мы сразу же отреагировали по данной теме. И вот проводим такие мероприятия. Данное мероприятие проводим нас уже второй раз. Первый раз оно было проведено с учащимися 9 классов и с приглашением учреждения среднего специального образования. Ну, а сейчас с учащимися 10-11 классов. И мы очень надеемся, что ребята, сегодня прослушав и побывав на этой встрече, конечно же, примут для себя решение, сделают правильный выбор. Если школьник четко решил, что хочет связать свою жизнь с аграрной отраслью, для получения целевого договора может обратиться в кадровую службу напрямую в хозяйство или в райисполком. Или в отдел образования. Образование и сельхозпредприятия в этом направлении работают в тандеме. Диплом аграрного вуза открывает широкие возможности для трудоустройства и реализации карьерных планов. Выбор сейчас за выпускниками. Светлана Грудько, Ян Михайледя, телеканал «Мозырь».